Вы знаете, в молодости я писал сам стихи. А вы не писали? Нет, у меня к этому не было способности. У меня тоже не было. Я вам сейчас почитаю, вы в этом убедитесь. А может быть, не стоит рисковать? Почему? Давайте рискнем. Очень хочется произвести на вас приятное впечатление. Вам это удалось уже. Усилить хочется. Из раннего что-нибудь. Любить иных – тяжелый крест. А ты прекрасно без извилин. И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною... Ой, в ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. Только никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак. Скажите, пожалуйста, никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в поэзии. Стихи хорошие, но прочли вы их скверно. Вам видней. Еще бы.